Сегодня, 17 ноября, генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов прилетел в Ульяновск с рабочим визитом. Ранее в городе он никогда не был, и это событие особой важности. Программа пребывания в регионе держится в секрете. Встречали генпрокурора, прокурор Ульяновской области и губернатор Алексей Русских. В рамках заранее запланированных мероприятий личные приемы граждан и встреча с бизнес-сообществом. Проконсультируют ульяновцев представители генеральной, а также военной, транспортной и природоохранной прокуратур.